Такая картина на улицах столицы Поморья не редкость. Люди на свой страх и риск перебегают дорогу, чуть ли не падая под колеса машин. Хотя до пешеходного перехода рукой подать. И риск в данном случае дело неблагородное. С начала года в Архангельске произошло 230 ДТП с участием пешеходов. И только этой осенью уже 80 происшествий. В ситуацию на дорогах Архангельска решила вмешаться наша телекомпания. «Регион-29» выпустил фирменные светоотражатели со своим логотипом. Их получат все горожане, которые сегодня попытаются нарушить правила дорожного движения, но мы не дадим им этого сделать, а заодно напомним об элементарных правилах безопасности. Искать нарушителей долго не пришлось. Вот пенсионерка, а бабушке 90 лет, пытается перейти дорогу в неположенном месте. Остановил лишь звук свистка сотрудника ГИБДД. Так и нас, пешеходов, не видно. Вот да. Нас видно, вот вы видите, да? В такой вот яркой, а вас не видно. Вы темные, машины темные, асфальт темный, вас не видно. Да? А чтобы вас было видно, что нужно? Какие-то, говорят, продаются эти самые светящиеся предметы. Светоотражатели? Да. Наш подарок оказался весьма кстати. Все-таки, чтобы вы в дальнейшем не нарушали, мы хотим вот вам от региона 29 такой вручить светоотражатель, чтобы вас все автолюбители могли заметить и чтобы вы не узнаны не были. Спасибо. Да. Светоотражатель «Регион 29» изготовил 1000 штук. Пара мгновений, и этот красавец сделает вашу пешую прогулку безопаснее. Будете заметны везде. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо в этот день мы слышали часто. Светоотражатель «Региона 29» теперь есть и на детских колясках, и на дамских сумках, и на школьных рюкзаках. Мы тебе дарим вот такой вот светоотражатель. Знаешь, что с ним делать? Что ты будешь с ним делать? Ну, повесить на рюкзак или куда-нибудь на куртку, чтобы свет отражался. Кстати, отражать свет теперь обязательно, если находишься за городом. Пешеходы вне населенных пунктов должны иметь при себе предметы со светоотражающими элементами. Иначе штраф 500 рублей. Впрочем, и в черте города светоотражатель порой спасает жизнь человека. Без отражателя он сливается, и более яркие источники света делают его реально невидимым. Вот светоотражатель дает возможность пешеходу засветиться, да, и вот самый древний светоотражатель, это, как вы думаете, какой? Какой? Это глаза кошки. Кошку с собой на улицу не всякий раз возьмешь, а вот светоотражатель, как говорится, есть не просит. Акцию «Регион 29» продолжит. Делая хорошее дело, трудно остановиться. Главное, чтобы вовремя останавливались автовладельцы и помнили, что на дорогах они не одни. Артемий Заварзин, Светлана Михеевская, «Регион 29».